Вот люблю я укладку вчерашнего дня, когда все так естественно, классно лежит. Боже мой, каждый день бы так вставать, и у тебя такие волосы. Вроде что-то есть, а в то же время нет. Очень мне нравится. Ну что, ребят, давайте начинать этот день вместе. Я очень надеюсь, что вам будет интересна вообще эта тематика, что есть девчонки, кто тоже нуждается, возможно, в поддержке, в мотивации. Я на днях должна была выпустить ролик про похудение, то есть про то, что я сейчас делаю, про всякие планы, цели, про все. И очень надеюсь, что вы его посмотрели, потому что я старалась, он длинный, долгий, я сейчас его монтирую, если честно, но на канале он должен быть уже. Надеюсь, что эта информация для вас была полезной. Будет тренировка, я покажу вам, как я сейчас стала заниматься, что интересного нового, и вы просто проведете день со мной. Я хочу периодически такие влоги делать о том, именно что я ем в течение дня, что я делаю. Сегодня просто солнышко, поэтому я срочно взяла камеру и думаю, нет, надо снимать, потому что все дни было очень темно, и вам было бы это неинтересно, наверное, смотреть. Хотя я хочу в один из дней просто вот прям как есть. Вот солнце есть, нет, снимать и все, потому что я сейчас просыпаюсь в 5 утра, и в 5 утра у нас еще по-любому темно, то есть я вот сегодня встала в 5 утра, полдня я уже провела за монтажом, сейчас уже час дня, то есть для меня это уже как будто бы вечер, ну знаете, я уже столько сделала всего, и просыпаться рано для меня это что-то, потому что я вот тот человек, который встает, когда ему нужно раскачаться, нужно что-то вот себя расшевелить, и пока ты себя расшевелишь, если ты встаешь там часов в 10, в 9, то у тебя уже пройдет полдня, и в итоге вечер, и как обычно ничего не сделано. И приятного просмотра, и спасибо, что кликнули на этот ролик. Так, я переоделась в такую относительно спортивную форму. На самом деле у меня вот этот вот верх из магазина, по-моему, Decathlon, который я покупала года полтора назад, когда я стала заниматься йогой, он стоил рублей 300. И обычные леггинсы из Calzedonia. Я пока что в этом тренируюсь, но я хочу купить, конечно, спортивную форму полноценную. И мне очень понравилась форма у Насти Мироновой. Я вставлю здесь фотографию, она очень крутая, я бы очень ее хотела, но она, конечно, и стоит не 300 рублей, поэтому я пока в раздумьях, а может быть будет на нее какая-то скидка, посмотрим. Кстати, напишите, если у кого-то есть, удобно ли в ее форме заниматься, потому что я видела противоречивые отзывы, но на самом деле мне тоже вы можете написать противоречивые отзывы, и все надо мерить, и все нужно смотреть лично, поэтому такая ситуация. Ну что, спортсмен, я потренировалась и хочу как раз рассказать об этой платформе, где я сейчас тренируюсь и вообще что происходит. Где-то пару недель назад я увидела видео у Насти Кай, и она записывала ролик о платформе FitStars. И меня это настолько заинтересовало, потому что, во-первых, я ей очень доверяю как блогеру, это, наверное, один из немногих людей, кому я доверяю, и я настолько загорелась, потому что те тренировки, которые я выполняю сейчас, я их выполняю уже около года, и я чувствую, что мне нужна нагрузка, то есть более серьезная нагрузка на тело. И я подумала, как круто, потому что там есть разные программы, там есть разные тренировки, там очень много тренеров. Вы можете найти очень много информации. И самое классное, что там также есть рецепты, то есть советы по питанию. И вы знаете, что питание — это вообще чуть ли не 70% успеха, на самом деле, когда вы приводите себя в форму. У меня сейчас стоит тариф безлимитный. Я занимаюсь на телевизоре, то есть я транслирую с экрана MacBook'а на телевизор. Во-первых, это безопасно, вы сами знаете почему, потому что спортзалы сейчас закрывают из-за ситуации, которая нас с вами всех окружает. И что мне на самом деле очень нравится, даже если не брать в расчет вот те условия, в которых мы живем, мне нравится, что не нужно никуда ехать, не нужно тратить лишнее время на дорогу, на, не знаю, ну, в общем, на все вот эти бытовые вещи, которые обычно отнимают время. То есть мне гораздо комфортнее просто заниматься дома и никуда даже не выходить, ни о чем не думать. Как я вам уже сказала, у меня подписка безлимитная. И ребята из FitStars предоставили для моих подписчиков промокод Валуева на скидку 70%, она будет действовать в течение недели. И, ребят, я вам очень советую действительно познакомиться с этим сервисом. Также посмотрите видео Насти, она там очень подробно тоже рассказывает, почему, что и как. И я говорю, меня это настолько зарядило. Я очень была рада, что вот такие классные ребята пришли к нам на канал, и что я могу вам о них рассказать и сама попробовать этот сервис во всей красе. Если вам интересно, давайте я буду снимать влоги, эти ролики. Я буду вам рассказывать вообще, что происходит, по каким программам я занимаюсь. Сейчас у меня стоит программа на похудение, которую я вам показывала, скорее всего. Я вставлю здесь ролики, как я занимаюсь. И самое приятное,
что тренировки подходят для начинающих. Уже на это обратите внимание. Если вы новичок, выбирайте тренировки для новичков. Не нужно себя насиловать, потому что вы отобьете все желание к занятиям, и из этого ничего хорошего не выйдет. Поэтому, ребята, заходите на сервис, пробуйте, обязательно знакомьтесь, пользуйтесь промокодом, я вас очень прошу, ссылка будет в описании. И очень важный момент, у них именно сайт, то есть не приложение, а именно сайт. Поэтому заходите на сайт, регистрируйтесь, выбирайте все функции, которые вам нужны. В общем, раз мы решили худеть вместе до лета, я очень надеюсь, что вам эта информация была полезна, интересна. И действительно, ребят, обратите внимание на этот сервис. Я сейчас перешла на него, я буду заниматься вот прям по этим тренировкам, буду вам рассказывать, что и как у меня обстоят, как у меня обстоят дела. И в конце также я расскажу вам о результатах, которых я там добьюсь, например, спустя месяц или спустя 2 месяца, потому что для меня это тоже сейчас находка. Ну что, ребят, с тренировками все. Я на сегодня потренировалась, закончила. Кстати, утром, когда я встала в 5 утра, я делала йогу, потому что меня это очень бодрит. И как раз вот я размялась и потом уже принялась за все свои остальные дела. Сейчас мы с вами сделаем смузи, и перед тем, как мы сделаем смузи, я хочу сказать, ребят, у меня не вот так по щелчку начались какие-то изменения в жизни, и не по щелчку я стала тут вся такая здоровая, правильная, бэ-бэ-бэ. Нет, все это длится уже месяц, уже 2-й месяц пошел, и я не записывала ролики, я, ну вот на эту тему, да, я ничего не рассказывала, потому что мне хотелось самой это прожить, мне хотелось самой войти в ритм, не для YouTube, не для Инстаграма. Я хотела сама, то есть сфокусироваться действительно на себе, не ради чего-то, а ради себя. И вот когда я чуть-чуть уже лучше себя поняла, вот сейчас я готова записывать какие-то ролики, какие-то видео, что-то вам рассказывать, делиться, и хочется вас вдохновлять, потому что даже несколько сториз, которые я выкладывала там с какими-то зелеными своими тарелочками, вы так много теплых слов написали, что это вас вдохновляет, заряжает, и вот вы тоже хотите сейчас заняться собой. И, ребят, давайте друг друга поддерживать, потому что у меня тоже, извините, терпение не железное, я не какая-то железная леди, которая вот сегодня решила, и все, я всю жизнь до конца дней, вот мне так легко все это далось. Нет, конечно, я тоже живой человек, и все мы со своими какими-то слабостями, со своими загонами. Поэтому давайте лучше поддерживать друг друга. И я думаю, что у нас все получится, и мы будем все красотками к этому лету. И еще спасибо за то, что меня отмечаете в сторис, в Инстаграм, где угодно. Я вас очень люблю. Так, ну что же, давайте приступим к нашему смузи. Кстати, ребята, немножко похвастаюсь вам. Я вчера заказала в ночи вот эти наушники. Я подумала, что мне для монтажа очень нужны нормальные уши. У меня есть Marshall мои, я их обожаю. Но когда я, например, тренируюсь, они как бы очень большие, и я не могу там руки вверх-вниз, не очень удобно. А эти, они маленькие, очень незаметные. У меня никогда не было таких беспроводных, и я очень давно хотела. И вот, наконец, решилась на покупку. Думаю, надо уже взять. И вот я сегодня монтировала в них. Единственный странный момент сегодня был, когда у меня всего одно ухо работало. То есть я подключаюсь именно когда к компьютеру. Господи, от солнца снег летит с крыши. Короче, когда к компьютеру подключаюсь, у меня одно ухо не работает. Я уже перезагружала, сбрасывала, и ничего не работает. Не знаю, что за фигня. Буду сегодня разбираться с этим, но с телефона все классно. И все работает. Поэтому вот бизнес-вумен по полной. Ой, господи. Ребята, вы тоже леггинсы подтягиваете с таким трудом. Эти просто очень плотные, с скальзедонией. Им уже 3 года, ребят. 3 года я в них дома хожу, по улице хожу. Раньше я на учебу ездила. У меня до этого первая пара была. Вообще, просто универсальная вещь. Если что, то тоже советую. Давайте теперь приступать к тому, что я люблю очень сильно. Это смузи зеленый. Следующий мой пункт на сегодня – это монтаж, это работа. И посмотрите, я взяла себе папку, я взяла себе вот такие разделители. Короче, мне нужно всякие рассортировать документы, рассортировать. Вот здесь у меня всякие графики по YouTube, планы, которые я делаю. Там у меня куча всяких записей. Я сейчас пытаюсь все распланировать. И знаете, какой еще интересный момент?
купила себе вок новый, и у меня очень сильный ступор. Я сейчас на той волне, что я не знаю, чего мне хочется в стиле. То есть, я даже, знаете как, я слишком хорошо знаю, чего я хочу, и я не вижу это вот в окружающих там меня магазинах, я не вижу это на сайтах, либо нужно там копошиться очень долго, либо эти вещи очень-очень дорогие, у меня нет такой возможности. И, в общем, я сейчас пытаюсь составить какие-то образы на весну, потому что весна уже скоро, потому что я хочу для вас на канал снять ролик с интересными образами. Ну и не только, в смысле, мне просто нужно подготовиться к весне, докупить недостающие вещи. И я вот думаю, куплю вок, просто посмотрю, возможно, какие-то идеи почерпну. Но я понимаю, что меня от всего почему-то в последнее время тошнит. То есть я смотрю, и мне все кажется уже таким заезженным. Вот знаете, был момент, когда мне хотелось что-то модненького, интересного, вот как у всех даже мне хотелось иногда. А сейчас у меня такой момент отторжения, меня реально тошнит. Вот просто я смотрю, думаю, я от этого устала, я от этого устала. Да, я люблю там жакеты оверсайз, но, блин, уже все это меня достало. Хотя жакет, нет, жакет у меня останется этой весной, потому что это прям моя такая вещь. Но я образно привожу примеры, что хочется чего-то такого необычного, свежего, и как-то вот чтобы у тебя действительно то, что внутри, оно отражалось снаружи. Кстати, вот мне тогда Simple Retro присылали платье, да, вот все мне говорят, что мне идут женственные образы, вот вся такая-то нежная, но я себя так вот сейчас не чувствую. И все платья тоже вот буду продавать на своей второй страничке в Instagram. Я уже об этом тоже писала, мне нужно просто их хорошо отснять, чтобы вы понимали, что эти вещи новые. Я их вообще не носила, я их надевала один раз на примерку на 2 минуты максимум. То есть, ну, как в магазине, считайте, человек примерил вещи, повесил обратно. Они все с ценниками, они в упаковках. И вот я просто себя уже не чувствую на все эти вещи. Мне почему-то хочется какой-то... Не знаю я, как даже объяснить, будто бы я что-то такое переросла какой-то момент. Я переросла будто бы саму себя. Знаете, такое чувство. И все вещи в гардеробе, которые у меня остались, я на них смотрю, я прям не чувствую себя абсолютно. То есть есть несколько вещей, которые мне очень нравятся, которые я ношу. А остальное я прям вот... Я готова с ними вот сейчас расстаться и новыми вещами заполнить гардероб. Я понимаю, что вы, возможно, от меня это часто слышите, но у меня... Ну, как и у любого нормального, наверное, человека, постоянный рост идет. То есть я меняюсь, я расту где-то над собой. Вот сейчас у меня начались какие-то новые, да, вот новая волна, новая глава какая-то в жизни началась. И, видимо, так же все вокруг меняется. То есть ты вокруг себя хочешь также все изменить. В общем, вот, поэтому будем искать с вами образы интересные, будем что-то придумывать, я думаю. Мы справимся, потому что это не самая большая проблема в жизни, конечно, это вообще не проблема. И просто хотелось поделиться такими наблюдениями, что вот неожиданно даже для самой себя я понимаю, что те вещи, которые раньше, например, у меня аж руки тряслись, думаю, господи, как мне нравится эта вещь, как здорово, что она у меня есть, а сейчас я понимаю, вообще равнодушно. Ну, я очень рада, что так, потому что вещи точно не должны нами управлять, если что. Но сейчас зато есть другие вещи, которых у меня нет и которые я очень сильно хочу. Ну ладно, будем над этим работать. Было очень много с этим проблем, и вот они как-то, знаете, тянутся на протяжении всей жизни. После работы у меня всегда сейчас час чтения. Если раньше я включала YouTube, либо какую-нибудь ерунду, и тратила на нее этот час, думая, что я отдыхаю, я сейчас просто принципиально не включаю никакие вот эти все приложения, я просто спокойненько читаю. Привет! Как ты сегодня? Когда ты услышишь сегодняшний вопрос, ты можешь подумать: ой, да ну хорош, и это справедливо. Но для нас важно спрашивать и разоблачать ответы. И если ты частенько теряешь свою мотивацию, тут важный вопрос, который мы задаем сами себе. А это действительно моя цель? Что означает? Ты ли это, кто поставил перед собой эту цель?